Здравствуйте, мои дорогие! И сегодня я хочу рассказать вам о коробочке Elbox. Такая вот коробочка, очень мне понравилось наполнение. И давайте начнем. Веледа, цитрусовый освежающий гель для душа. Веледа — наша любимая натуральная марочка. Такой вот гель для душа мне очень понравился. У меня был миндальный, он не настолько мне понравился, насколько цитрусовый. Тут он даже, несмотря на то, что он супер натуральный, и пенящихся ингредиентов у него практически таких вот нет, все равно он немножко пену выдает. И аромат, конечно, божественный. Вот не раз у меня уже попадался, надо полную версию взять, потому что очень-очень... Он приятный, вкусный и хорошо увлажняет и очищает кожу. Дальше Алготерм, эмульсия для лица Aqua Resource. Такой вот малышочек. Мне этот крем, эта эмульсия очень понравилась. У меня их две, еще в другой коробочке пришло. Так что я с удовольствием пользуюсь. И несмотря на то, что баночка маленькая, она довольно экономная. 2850, в принципе, за 50 мл, в принципе, ничего. Там практически по цене, как этот кларансовский крем. Очень мне понравилось, она хорошо увлажняет. На ней тональный крем держится как прибитый. Она, потому что очень хорошую базу создает для нанесения дальнейшей косметики. Очень мне понравился такой очень достойный крем. И тут вообще заявлено, что естественно восстанавливает влагу, эластичность, здоровое сияние. Тут еще вот именно разглаживание морщинок и складочек, но оно, я думаю, что за счет того, что тут суперувлажнение идет, именно суперувлажнение, за счет этого многие мимические морщинки, они могут разглаживаться. Не те, которые вот совсем уже такие морщинки, которые давно, а вот те, которые бывают появляются, им просто не хватает из-за нехватки увлажненности кожи. Дальше липко-сладкое медовое мыло ручной работы. Было оно в таком вот, я его уже использовала, в таком вот пакетике. Прямоугольный такой брусочек. Очень вкусно пахнет медом. И как вот мед, он немножко, как когда засахаривается, он такой имеет твердые такие частички, можно сказать, как скрабирующие, но очень мягкие в то же время. Вот здесь именно такого типа мед сделан. Медовое такое мыло, и оно действительно пахнет медом, безумно пахнет медом, очень вкусно, и лицо оно просто очищает мгновенно от любого косметики, въедается просто в поры и вынимает из пор всякую грязьку. На самом деле я одно время давно-давно пользовалась мылом от Клиник. То есть это было мое такое нормальное ежедневное очищение кожи от косметики, вообще от любых загрязнений. И на самом деле в последнее время у меня очень много мыл именно для очищения лица, и это очень круто. Вообще этим мылом, конечно, если, например, вот кожу тела помыть, то это будет как бы такой еще скраб. Короче, если где-то увидите, 150 рублей обязательно, обязательно берите, очень крутое. Дальше доктор Пипири. Ночной интенсивно регенерирующий крем, он такой вот, запуск у них произошел несколько месяцев назад и продолжает нас радовать такими вот миниатюрками. Вот такая у него цена. Вообще хороший кремчик. На самом деле на ночь я наносила вот этот. И да, и вот этот тоже ночной. Вернее, это дневной и ночной, а вот этот конкретно ночной. Но вот он мне тоже очень понравился. У меня уже неоднократно был такой пробник. Так что если где-то увидите, если есть возможность, можете взять спокойно. Потому что я думаю, что он для любой, для любого типа кожи подойдет. И очень такой вот щадящий ночной крем. Но для ночного все-таки в меру... насыщенный, потому что для ночного нужно большего восстановления. Глискур Beauty Balm для волос 11 в 1. Уже был у нас такой, попадался. Очень хороший у меня стоит. Кто будет смотреть, если уже вышло или еще только выйдет мое хранение косметики, увидит там у меня на полочке этот Beauty Balm стоит. Хороший, мне нравится. Это как несмываемый такой кондиционер. Очень вкусно пахнет и очень хорошо увлажняет волосы. Вот на кончике волос прямо потрясающе. Волосы мягкие, такие вот немножко другой эффект, не как от масла, но все равно очень приятный. Тоже волосы мягкие, не секутся кончики. Вообще очень хорошо. И так, последний, ну тут еще немножко вкусностей. Конжиковый спонж. У меня был уже, этот у нас попался с бамбуковым углем. Вот такой вот он
На ниточке у меня, я сама покупала, как-то такие штуки продаются в Улыбке Радуги у нас в Питере. Я зелененький, зеленым чаем покупала. Мне очень нравится, потому что мне не нужно использовать какое-то скрабирующее средство. Ну, вот, например, можно мыло, да, и его. И это будет вообще супер натуральное и супер крутое очищение от черных точек, от каких-то неровностей, от каких-то вот просто хочется кожу, если, как говорится, подраить. Вот, пожалуйста, два средства, которые супер натуральные и супер щадящие, и в то же время очень круто очищают кожу. Так что вот этот спонжик у меня, я говорю, у меня с зеленым чаем уже есть, мне он очень нравится. И вот этот тоже немножко, это, правда, другой формы, тот в виде сердечка идет, а этот такой вот больше, более такой кругляш, как камешек. Вот, так что, да, такие вот спонжики, если где-то увидите, обязательно берите. Вот, да, он 300 рублей, плюс-минус там по карточкам, по всяким можно подешевле взять, очень хорошие, действительно, и он многократного использования, то есть он высыхает, а потом, когда вы его заново хотите использовать, просто под струю воды поставьте, и он снова приобретет свою вот эту мягкую форму, так он затвердевает. Вот, и еще тут бонусом лежала Нина Ричи, уже был такой промничек, мне он очень понравился. Delicious Nina. Очень понравился этот аромат. Надо полную версию, может быть, даже взять. Такой вот он достойный. Очень такой нежный, цветочный, сладенький, такой весенний. Хотя я супер сладкие приторны не люблю, а вот этот прямо вот то, что надо. Серединка на половинку. Дальше такой батончик для похудения. Кстати, я его ела, уже клали. Очень вкусный. Если где-то увидите, попробуйте, возьмите. Дальше тут карточка была. Сегодня вы выглядите просто чудесно. Спасибо. И шампуньки, которые я не попробовала, не знаю, для поврежденных волос, кстати, надо попробовать. Я просто люблю вот очень все эти шампуни именно для поврежденных, для нехватки влаги вот волос. Вот такие всякие шампуньки беру. Лишнее восстановление, лишний уход лишним не будет, как говорится. Вот. Не попробовала, не знаю. Вот, это вся коробочка, весь обзор. Всем спасибо за внимание, ставьте комментарии, подписывайтесь и пока-пока.